Привет всем любителям Сурсы, и в этом видео мы посмотрим на отличные макросы для нашей любимой классики. Макрос использует чувствительность в игре по умолчанию на троечку. Не забудьте настроить DPI на своей мышке для комфортной игры. DPI на мышке может иметь любые значения. Макрос получил новый, менее рандомный и более стабильный паттерн отдачи и ассист с фиксацией прицела. Как видите, макрос максимально эффективен на средних и близких дистанциях в режиме спрея. На дальние дистанции я рекомендую стрелять бёрстом. Макрос универсален и подходит для мышек X7, Bloody, Logitech, Razer, а также для любой, даже не игровой мышки через эмуляторы макроса, такие как, например, Macros Effects. Для каждой мышки вы получите отдельный файл, который сможете загрузить через штатную программу от производителя мыши. Не забудьте, что на все мои макросы распространяется бесплатное обновление и техническая поддержка. В архиве с любым из макросов вы получите полный перечень всего необходимого, включая подробные инструкции по установке, контакты для связи и сами макросы, рассортированные в удобном порядке. Если вас заинтересовали макросы для КСС, загляните в описание к видео, там вы найдете все полезные ссылки. А также я буду очень рад вашим лайкам, если вам понравилось это видео. Не забывайте оставлять комментарии, мне интересны ваши пожелания. Подписывайтесь на канал, а с вами был Дум, до скорой встречи!